Народ, всем привет! Сегодня будет небольшое видео, короткое, достаточно короткое видео. Будем делать ручку. Ручку для крышки для чайника. Перед вашими глазами крышка для чайника. А чайник, как вы знаете, это практически член семьи. С него начинается утро. И у него отломалась вот такая вот крышечка. Она у него отломалась. У меня есть эбонит, но он... Но он плавится при температуре в районе 60 градусов. Хотел вытащить из эбонита. Потом нашел вот такую заготовочку латунную. Ну вот, наверное, с этой заготовочки латунной мы сейчас и сделаем ручку для нашей крышки. Приступаем. Так, ну что, мы проточили нашу заготовочку. Не знаю, видно вам или нет, но есть еще какие-то вот здесь вот вкрапления на ней. И мне это не нравится. Давайте мы еще разочек проточим. Сейчас, может быть, другой резерв поставлю. И еще чуть-чуть снимем материала. Да нет, просто тут есть повреждение на самой болваночке. Мы чуть-чуть снимем и посмотрим, что у нас получится. Ну вот пока вот так вот получается. Продолжаем. Итак, народ, в общем, вот так вот я его аккуратненько срезал. Не знаю, видно вам, не видно, надеюсь, что вам видно. Сточил, срезал, просверлил отверстие, нарезал резьбу М5. Будет у меня болтик М5, когда вкручивается, держать нашу крышечку. Сейчас, с внутренней стороны чуть-чуть подберу вот здесь вот. Так как крышка у нас... А нет, там крышка в этом месте ровненькая. Тогда, в принципе, сейчас мы отрежем его культурно и красиво. Ну и, в принципе, все.
Все, народ, мы отделили. Сейчас мы срежем этот пиптик. Ну и чтобы, наверное, скользкое не было, накатаем вот здесь вот на каточку. Как бы не хотелось, но накатать надо. А то будет неудобно. Сейчас аквакультурим все это дело. Ну вот конечный результат. Не знаю, понравилось, не понравилось. Сейчас мы его открутим, снимем, посмотрим, что у нас получилось в конечном итоге. По идее, должно было получиться неплохо. Посмотрим, что нам скажет наша вторая половина. Понравится ей это или нет. Всем спасибо. До свидания.